Приемка организации к началу учебного года начнется 30 июля и завершится не позднее 15 августа. Специальная комиссия будет учитывать требования пожарной, противокриминальной и антитеррористической безопасности, окончание ремонтных работ и другие мероприятия. Особое внимание техническому состоянию зданий, качеству ремонтных работ, санитарно-гигиеническому состоянию образовательных организаций и безопасности детей. В этом году муниципалитет изыскал средства на приобретение школьных автобусов. Еще у нас есть надежда, что как минимум два автобуса нам даст министерство, выделить Министерство образования Краснодарского края. Ну что такое выделить? Бесплатно они нам их не дают. Это тоже софинансирование. И там Сергей Павлович нам тоже разрешил. То есть 1 000 000 рублей министерство платит, и 1 000 000 рублей платим мы. И вот таким образом у нас с вами должно будет получиться, если я не ошибаюсь, 5 автобусов, да, в этом году. Конечно, этого недостаточно. Будем работать дальше. Управление ЖКХ проведет ревизию и обеспечит наличие необходимых дорожных знаков и разметки на участках дорог в местах расположения детских, дошкольных и учебных заведений. Пристальное внимание будет уделено противопожарным мерам и выполнению рекомендаций Роспотребнадзора.